Мне очень приятно, сегодня нас, астраханцев, услышали. Тот вариант, который был согласован с Казмирхом и с научным сообществом Астраханской области, именно третий вариант, который дает возможность, уже 16 апреля будет спецпропуск воды, который будет доходить до, каждый день подниматься на 2000, достигнет уровня 25, в среднем 27 тысяч кубометров в секунду. Это тот объем, который необходим для паводка. И мы настояли на том, чтобы он как можно дольше продержался для так называемой рыбохозяйственной полки. И для того, чтобы это была возможность и чтобы вода прогрелась, и было хорошо для нереста рыбы.